Можете себе представить, что за должна быть в голове у исследователя, который вроде бы мужик, но который, когда видит палеолитических венерок из пещер Европы, да, из каменного века, да, палеолит, палеолитических венерок, знаете, что такое палеолитическая венерка, да, это глиняная фигурка очень жирной бабы, у которой вместо головы какая-то хуйня на малину похожа, да. То есть, вот ты видишь палеолитическую венерку, будучи мужиком, и какого-то хуя тебе в голову первое, что приходит, это то, что в этом обществе был матриархат, и эта фигурка, это божок, то есть это фигура богини-матери, которой все поклонялись и так далее. Откуда ты это высрал? А вот потому, что у этих людей тупо какой-то фетиш. И, соответственно, чуваки, которые придумывают всякие теории про примордиальный матриархат на основе палеолитических венерок, это такие же уебаны, которые просто они не могут сами себе признать, что эти ебаные глиняные фигурки, вот которые катастрофик сейчас запостил, они вылеплены такими же древними доисторическими кумерами, которые просто на них дрочили. Им неприятно это признавать, на самом деле, что культура вокруг, она движется не каким-то матриархатом, на который у них просто фетиш. И не патриархатом тоже, на который у них тоже может быть фетиш, только у других кумеров. Да? Значит, а просто обычными физиологическими процессами. Вот и древние люди просто, как древний в каменном веке мужик, он держал эту фигурку и наяривал себе бибу. Все. Тогда такие стандарты красоты были у них. Вот как бы и все. Поэтому у головы нету у этой статуи богини нахуй. Потому что вот нахуй не нужна была голова им. Для этого всего. То есть... Вот как бы и все, да. То есть эти палеолитические венерки – это никакой не признак богини-матери. Это вот просто примитивная порнуха древняя, софткорная. Если бы тогда могли делать флешлайты, мы бы их тоже нашли. Ну, тогда делали дилды из камня. Вот их нашли, кстати. То есть вот бабы в каменном веке себя хуярили дилдами каменными. Феминистки, мне кажется, наоборот, любят показывать и ныть о том, как они страдают от мужской тирании. Да, действительно, это просто дрочеры, которые выдумывают про доисторических дрочеров. А они придают доисторическим дрочерам, понимаешь, метафизический аспект. То есть это не просто чуваки, которые дрочили на порнуху. Это культ богини-матери. Безусловно, да.